Всем здорово, ребят. Всем привет суперам, которые вчера трэшевали на стримчике. Думаю, продолжим скоро эту бомбежку. Ну а у нас сегодня английский сервер, и мы будем пробовать сегодня пройти немножко волну АК. Как видите, максимум до сюда дошли. Но у меня здесь герои, конечно же, покруче, чем на Тайване. Там мы тоже АК-1 прошли. Сейчас посмотрим, что мы сможем здесь. Так, кого я буду брать с героев? Однозначно будет здесь Зефир, будет здесь Огник. Там просто жесткая волна, я даже не знаю, честно говоря, что делать. Так, Зефир попробуем таким же его оставить. Поставим ему для полного счастья вот так вот. И отправим где-то сюда. У меня тут, конечно, раста такая, вы знаете, я без раста прохожу. Так, тут у нас будет поражайка. Волна, конечно, бомбическая. Лучше просто не придумать. А IGG знали, знают толк. Так, немножко сейчас расту расковыряю. Так, тут у нас будет овник с другой стороны. У меня разные овники есть. Делаем такого овника. На него мы вцепим. Вот так вот. Тут фобушки будут. Сейчас вы увидите, кто не видел красоту и прелесть этой волны. Так, есть. Дальше. Дальше у нас будет Фрея. А вот какую, я даже не знаю. Поставим с Фрейю с пактом и с воодушкой. Почему с воодушевлением? Потому что она должна сразу же дамажить, и плюс пусть зависает на голубях. Так, такая вот Фрейя, на нее мы тыкнем. Вот так вот. Так, мы где-то ее сейчас проторим вот сюда, с этой стороны. Ну, я по центру не буду, я хочу по четырех углах закинуть, сейчас попробовать. Конечно, это рандом, то есть, чтобы вы понимали. О, ничего себе, это у меня здесь еще какая-то хренотень стоит, я даже забыл про нее, что она тут делает. Откуда это я ее перетащил? Ладно, пусть стоит. Мы не можем поставить. Окей, значит, заберем. Даже забыл уже про это. Подсказка для соперников на битву гильдии. Так, сюда мы затащим. Так вот сделаем. Так, уберем этого хрена. Кого сюда поставить? Что у меня по героям есть? Ну, мы пробовали с Фобой, я показывал Фобу. Фоба реально обалденно смотрится. Землеройку мы однозначно поставим. Землеройка у нас будет здесь. А сюда мы закинем, наверное, Фобушку. Попробуем с воодушкой. Вот такой вариант попробуем для начала. Там дальше посмотрим, как пойдет. Вариации героев сборки дофигища разных. Я попробую такую пока. Так, на него мы закинем. И какая разница, кого тут кидай, не кидай, пусть даже будет так. Все равно будем сливаться. Так, поехали юниты. Попробуем понанимать юнитов. Хотя давайте изначально первую катку попробуем без юнита. Так вот. АК волна, ребятушки. АК волна. Просто супер мега волна. Ну, АК-1, как видите. Тащим. Так, Фобоса там уже нету. Понятно. Фобу можно, наверное, вообще выбирать. Как по мне, он без... Что? Долбаная Фрейя слила нашего ворожея. За. Ну вот и все. АК-2.
Пошли. Жесть, поехали еще разок. Это мы без юнитов бегали, хотя по сути юниты, вот видите, Фобу просто сливают сейчас. Оба, этот тоже улетел, землеройка. Наверное, надо будет попробовать ПДшки поставить, так как тут тоже Фобы, не с отражалками, хотя... Так, ну Фрея пока держится. Ворожай держится, как видите, за счет уклонения. Ворожай реально красавчик. Но первая волна — это хрень. Самое интересное все на второй волне, там где Зефира. Ворожай, конечно, держится круто. Ну и все. Или будет держаться дальше. Так, у нас тут 4 Зефира, кстати. Нифига себе, ничего, с маскировкой. Или это мне показалось? Да, ребят, Зефиры с маскировкой. Вы че, угораете? IGG, вы че, угораете? В общем, здесь надо огненка. Без огненки вам тут делать нечего. Вот так вот. Там еще у нас Фрея есть. Я надеюсь, мы ее успеем убить. Или она там тоже с маскировкой. Прошли, ребят, АК волна 2 пройдена. Поехали посмотрим, что на АК 3 у нас. Так, фобушки есть. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Совсем чуть-чуть. Ну, блин, не знаю, здесь тоже зефиры. Ну вот мы, 3.59. Ну, это просто трэш полный. Я офигею. Давайте еще разок. Так, ну Фобу, наверное, мы уберем. Он сливается очень быстро. Бесполезный. Там Фрею просто прошли. Это как так? Что это было? Как это мою Фрею просто за одну тычку снесли? Это что за бред? Я офигею. Просто офигею. Так, ну давайте попробуем. Я не знаю. Попробуем. Я не знаю даже, чем мы попробуем. Кто у нас такой интересный может держать оборону? Космо бессмысленно, он у нас сольется. Стрелок, в принципе, тоже сольется. А попробовать может душегуба поставить. Он у нас с уклонениями, он должен, кстати, нормально держать. Он даже круче держится, чем этот. Ради интереса, чтобы он просто держал. Давайте попробуем. Вот через душика пошли, душик будет себя по-любому держать с той стороны. Но посмотрите, там Фрея просто разобрали. Офигеть. Как так ее разобрали там, я даже не знаю. Что это было? Это как так? Такое чувство, что там Фреи вообще просто нет. Че, издеваетесь что ли? Это же все-таки Фрея 30-й прорыв, она просто пропадает. Нет, это какой-то баг походу, я не знаю, что это такое. Это что-то бред был, реально. Не может такого быть, чтобы герой просто тупо пропадал. Ладно, там убивают, но там просто жесть. Нет, душика все-таки они сливают. Вы видите, надо еще удачный заход. Но ворожай с уклонениями тащит. Ну, как-то, блин, нереально. Что-то, какая-то фигня реально происходит. Сейчас хорошо зашли.
Неплохо, АК-1 прошли мы быстренько. Смотрим АК-2. Блин. Эх, к сожалению, немножко не так они зашли, как нам надо было. Ну, посмотрите, вот, кстати, сейчас посмотрите на зефиров. Что-то тут ворожей землеройка держится. Вот маскировка. Жесть. В общем, для того, ребят, для того, чтобы зефиров реально пройти, надо по-любому отражалка. Без нее никуда. Без огненки тут нифига не сделаешь, реально. Это просто пипец. А, это у меня снизу здание есть. Короче, без огненки вы нифига не сделаете. Я не знаю, убьем мы эту Фрею или нет, мы, наверное, по времени ее не убьем. Короче, жесть полная. Я вот не могу понять, каким образом там фраи выбивают с одной тычки. Она не может дохнуть просто с одной тычки. Это нереально за пару секунд. Вот что это было? Ее типа убили, ее ворожей хилит и все остальные. Как так? Бред какой-то. Блин, жалко, я на ускорялку нажал. Но надо за фраей смотреть реально. Это что-то не то. Тут с ворожаями мы тут уже ничего не сделаем без Фрей. Я не могу понять, каким образом Фрея сливается. Вот даже интересно просто смотреть на Фрею. 30-й прорыв, но ее нереально слить за пару секунд. Она как минимум дольше всех должна стоять. Посмотрите на демона. И эти сливаются как-то странно. Будем смотреть. Что-то не так. Так, ну там сейчас заход через Фрейю, наверное, будет. Скорее всего. Посмотрите, сколько там дамага, что разве... Хотя, может быть... Может быть, на нее Рудольфа поставить все-таки. Чтобы снимал. Там, скорее всего, да, ограничение идет. Из-за этого. Скорее всего, так ее блочат. Блин, реально странная хрень, честно говоря. Я, честно говоря, в шоке вообще с этого всего. Так. Ну, АК-2 мы-то прошли. Давайте попробуем на нее поставить Рудольфа все-таки. Там молчанка, конечно, проходит. Так. А сюда мы поставим... Я даже не знаю, кого ставить. Тут просто трэш полный, ребят.
Душика я пока оставлю, он тоже неплох. Поехали. Я прохожу уже, даже уже не беру юнитов, они бессмысленны, как по мне, здесь вообще. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше, но АК-1 то в принципе. Это просто пипец. Я просто слегонца в ахуе, ребят. Что IGG сделала с этой волной? Это просто жесть. Я в шоке. Герои с максимальными уклонами у меня просто не выдерживают. Так, нет, все-таки душика проходит как-то очень легко. Но странно, что зефир сливает. Что это было за фигня? С одной тычки зефир сливается? Это как так? Да это пипец просто. Это какие-то, я не знаю, или это баги, или это реально какая-то хрень. Каким образом зефир с одной тычки может слиться? Что за фигня? Это бред полный. Жалко, нельзя и Фрейю это посмотреть, и Зефира вместе, но это просто жесть какая-то. Это что-то бред, смотрите, и там оттуда, или это демон такое? Это что-то нереальное просто. Сейчас я их попробую поставить поближе, чтобы было это все видно. Вот посмотрите, Зефира просто слили с одного удара. Не может столько ударов быть, и Зефир в принципе топовый. Это бред. Да, мы с вами сделаем. Да блин, с этими сундуками что они хотят? Так, чтобы было видно уже всех сразу. Не было потом никаких вопросов. Ну вы смотрите, знаю кого там, он в принципе всех тоже видно, героев, как кто-то пропадет, но там реально кто-то просто тупо слился, это нереальная какая-то хрень, герои стоят с полным хп и они сливаются просто в один миг, причем те, которые, у которых встроено ограничение, вот смотрите, что это было. Каким фигом, то есть этот демон получается походу жопа полная, даже возле него пропадают эти. Ну просто Фрейя и Зефир улетели. Что за фигня? Я в шоке. О, два героя тащат, ребят. А вдруг, прикиньте, а вдруг сейчас затащат АК-2. Ну, они-то, в принципе, могут затащить. Не один он тут. Хотя... Он не убьет, конечно же, но... Жесть. Вот это просто жесть. Демон, который творит чудеса. Он снимает ограничения с героев. Вот он опять. Смотрим на Зефира внимательно. Я уже даже просто не знаю, что это за фигня. Сам пересмотрю потом повтор. Нет, тут нормально. Тут сейчас вот, когда мы пристально смотрели, все нормально.
Он получает у меня 16200. Как он может слиться за один раз? Вот вы мне объясните, каким образом? Рая есть, ворожей есть, землеройка есть. В принципе, у меня все герои сейчас на месте. Но это реально какая-то срань с этим демоном была. Тут просто чисто на отражалках надо проходить. По-другому они просто будут не убиваться. Да. Но одно здание внизу, скорее всего, сейчас. Ай, ну куда вы идете к тому зданию, блин? Ах. Так, мы на первом месте. АК-2 прошли. Поехали. Поехали, еще попробуем. Мне просто интересно посмотреть. Вот, опять пропал. Просто чисто сразу же пропал. То есть это демон, походу... Или это баг, или это реально этот демон просто нереальный. Он... Просто тупо унижает ваши все остальные защиты. Вот смотрите. Есть зефир. Он даже не проседает. И он за один заход просто пропадает. Вот опять. Что это за фигня? IGG. Что вы за срань сделали? Каким образом, блин? Я офигею просто. Без зефира мы тут уже вряд ли дальше дойдем. Но тут однозначно надо только огненка. Без огненки вы нифига не сделаете. Но этот демон, это просто пипец какой. Я даже не знаю, что с ним делать. Супер-мега-демон. Его надо как-то блокировать или что с ним делать. Ну, он просто когда включается, непонятно как. Ну, зефир у нас просто улетает. Что за фигня? Непонятно. Ну, смотрите, зефира нет. Что это за срань? Я не могу понять. Ну, вот Фрейи нету. Просто нет. Давайте попробуем сейчас наймем юнитов еще пару раз. Ну, в общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой волны. Я не знаю, честно говоря, я в шоке. Это я просто в шоке. Без огненки тут не пройдешь зефиром. Они будут просто тупо хилиться. То есть огненная защита нужна. Воодушевление тоже, по сути, надо. В принципе, зефиры и так будут заряжать, но без него никак. Может, оживу поставить все-таки.
Да, не будет дальних целей, тогда фраи не будут сливать. Причем очень много вопросов по поводу волны. Я даже не знаю. Шок. Просто шок. Что-то новое, реально. Так, поехали, попробуем с юнитами, посмотрим. Вот душика нету вообще. Душика у нас слили, к сожалению. Вот, из зефира слили. В шоке. Как-то АК-1 приходится налегке. Да, без огненки, ребят, тут ловить нечего реально против зефиров. АК-2 пройдено. АК-3. Блять, это просто жесть. Ай, Данил, без юнита. В общем, буду пробовать дальше. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Я вам показал маскировки, я вам показал то, как пропадают герои. Просто вот Фрей не стало из этого демона. Это по сути демон, я не знаю, или бах, или демон. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.